Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. 56-летний эстрадный певец и композитор Кая Митов попал в аварию под Минском. Артиста доставили в больницу. Как сообщает телеграм-канал РИА Новости, ссылаясь на слова певца, все живы и здоровы. Нам была сразу оказана первая медицинская помощь, сказал Митов. Сообщается, что Митов должен был выступить 18 сентября на площади Ленина в Гродно на празднике под названием «Гродно 3D решетка единства». Кай Митов – заслуженный артист России. Пик его популярности пришелся на 1990-е годы. Он записал такие хиты, как «Мама», «Я хочу быть пионером», «Битое стекло» и «Вспомни меня». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.